что это, матери божья? Просто целый легион, сейчас вот как-то фарминку мобов все устроил. Надо будет кучу каменных мечей сделать, дорогие друзья, вы просто видите все, весь этот трэш. Все доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, The Master. И сегодня мы с вами, дорогие друзья, продолжаем выживание на одном чанке, на одном блоке, не знаю, как бы это сказать, выживание с ачивками, короче, дорогие друзья, давно не было у нас этой рубрики, я уже почти прошел карту, последней серии собрали мало, я расстроился, поэтому давайте поддержим лайкосиком, поставьте свой царский лайк под этот видос, я уже хочу допройти, осталось не так много ачивок, осталась ачивка смертельный удар, осталась ачивка конец, время приключений, убить дракона, визора, а кстати на самом деле, насчет визор скелетов, я же могу их убить раньше, но ачивка не откроется, да? А, и еще достижение у меня осталось седлом, орел, свинья, не товарищ, также, с следующим достижением я открою вон тот сундук, и там будет что-то интересное, я прямо в этом уверен, да? Также еще сверху там что-то у нас должно открыться интересное. Вот, ладненько, сейчас, наверное, сделаю себе еды, потому что мой персонаж очень сильно хочет кушать, а еды-то нет, поэтому надо как-то из этого всего выкручиваться, надо делать себе жрачку. Так, давайте сразу же семена будем засаживать, чтобы, ну, не терять время, что ли. Так, вот, короче, сейчас мы с вами, ребятки, попробуем найти эндерменов, сделать все-таки портал в энд, получить еще одно достижение, отправиться туда, завалить дракона, да, это гораздо сложнее, завалить дракона, может быть, даже не с первого раза у нас это получится, скорее всего, потому что я Рачелла, да, ну, ладно, не Рачелла, конечно, но могу и подруинить, все-таки дракон, там эндерменов, куча опасностей всякие, ну, я попробую справиться, дорогие друзья, да, постараюсь ради того, чтобы выйти, наконец-то, на концовочку, так, ну, и для начала нам нужно сами искать эндерменов, также, я, наверное, положу пока алмазный меч вот сюда, и возьму с собой рыбу на добычу 3, добыча 3, это важно, что-то мне еще на добычу вроде было, книга какая-то была, удача 2, но это не то, добычу, книгу с собой на добычу беру, чтобы убивать эндерменов и, соответственно, получать больше эндерперлов. Ну, блин, мне сколько нужно еще эндерперлов-то? Сейчас бегаю, посмотрю, я уже забыл, так давно на этой карте не играл, что уже и забыл. Так, эндермены вроде как в аду еще могут заспавниться, поэтому в ад тоже стоит сгонять, посмотреть, есть ли там эндермены. Так, здесь у нас... О, эндермен где-то есть, судя по звукам, эндермен где-то есть, дорогие друзья. Точно, звук эндермена я слышал, у меня рыбу на добычу, есть шанс, возможно, выбить больше, чем один эндерперл. Эндермен где-то по звукам был здесь, но я не знаю, где он. Где же этот эндермун? Эндермун, ты где? Так, хорошо, может он снизу? Звуки пропали, он где-то там был. Здесь портал в энд у нас, дорогие друзья, с вами, да? Нам нужно 1, 2, 3, 4, 5, но одно у меня вроде есть, 1 или 2 глаза у меня имеются. Кстати, смотрите, как что тут открыл, тут как целый лазурит у нас за стен. Здесь больше эндермена я не слышу, эндермена я слышал сверху, значит, нам нужно 100% наверх, 100% сверху его искать, найти и так далее. Может, заспавнился где-то здесь в моих туннелях. Так, этот не похож на эндермена. Это похоже на сраного крипера. Лава. Ну нахрен. Фух. Так, сраный крипер. Спасибо, не нужно. Мне это не очень нравится. Хорошо, поднимаемся. Поднимаемся наверх. Там был где-то эндермен. Будем сейчас его на звук, по звуку пытаться найти. Где-то вот там он был. По звукам сложно определить, но где-то здесь есть место, где куча мобов развелось. Там, скорее всего, где-то эндермен тоже тусит. Но вот проблема в том, что я не знаю, где этот эндермен тусит. Но он... Ну, звук эндермена точно был. Так, возможно, эндермен где-то там за стеной. Потому что я побегал и услышал звук из-за стены. Возможно, он где-то там. Давайте попробуем допрокопаться. Для этого скрафтим себе каменную кирку, доски. Вот каменную кирку. У меня они как раз закончились. Сразу же 2 скрафчу, потому что вдруг мне понадобится больше. Постараюсь вырезать все моменты этого выкапывания. Может быть, не буду, если быстро найду. Так, ну, смотрите, где я слышал эндермена. Давайте еще раз спустимся вниз. Где-то вот здесь я его слышал. Вот с той стороны. О, вот опять звук эндермена был. Слышали. И там еще куча мобов издают звуки. Прямо очень. Очень много мобов, очень, там прям очень много мобов. Со всех сторон, прям со всех сторон звуки идут. Еман! Ёксель-моксель. Так, кажется, я нашел место. Так, знаете, что сделаем? Наверное, сейчас мы с вами это сходим за факелом. Каким-нибудь, вот, например, за этим. Этим факелом мы с вами осветим территорию снизу. О, эндермен есть один, хорошо. Так, хорошо, осветили территорию. Теперь нужно кто-то туда подкопаться. Блин, хорошо, что эндермен нашелся. Так, здесь что-то еще есть, смотрите. А, еще один мой проход. Еще один эндермен, кстати. Нужно его сейчас на себя загреть. Обязательно нужно его на себя загреть. Еще пару раз ударю, вот еще один раз. Каменным мечом, у него много хп должно быть, теперь буду рыбы его бить. Рыба на добыче, просто не знаю, сколько у него хп, поэтому буду его просто рыбы бить.
Не думаю, что он будет регениться прям жестко. Просто на рыбу и на добычу его надо убивать, очевидно. Очевидно, что нужно убивать рыбу и на добычу. Тогда с него точно выпадет больше шмоточек. Отлично. Эндерперл один падает, хорошо. Плюс один эндерперл есть. Отличные новости. Фух, плюс один эндерперл, ребят. Это прямо реально как бальзам на душу мне. Все, я уже нашел это место спавнера. Давайте чуть ниже сделаемся, чтобы по ногам убить этим тварям. Вот у нас тут скелеты-лучники, они меня не видят, это хорошо. Убиваем всех скелетов-лучников, эндермена пока оставляем, но эндермена тоже надо сюда загреть. Если спавнер лучников, то это вообще круто, то я смогу сделать себе кучу стрел. Не вижу, кого спавнер на самом деле. Справа, кстати, тоже какие-то звуки идут. Еще... Что это, матери... Божья. Просто целый легион, еще и мелкий зомби на меня напал. Надо бы похавать. Там еще, кстати, эндермен есть. Отлично. Еще, как минимум, два эндермена, я так понимаю. Круто, так я сейчас получается эндермен. Тут, короче, спавнеры все это время были. Я даже не знал, представляете? Так, нужно пойти, сейчас будет делать новые мечи, ребят. Новые мечи обязательно нужно будет делать. Капец, тут какую-то фарминку мобов все устроил. Надо будет кучу каменных мечей сделать, дорогие друзья. Вы просто видите все, весь этот трэш. Сколько здесь всего лежит? Сколько здесь всего просто? Это просто жестяк какой-то. Все, сейчас я отступаю, регенюсь, откладываю эндерперл, крафчу себе кучу. Кучу каменных мечей. Капец, вы просто видели, что там творится? Что там? Просто какая-то дискотека, ребят. Фух, ладненько. Но мне на руку, в принципе, что там спавнер есть. Даже не знал, я только сейчас узнал об этих спавнерах. Блин, это грустно даже. Я чувствую себя каким-то нубом. То, что я проглядел столько спавнеров у себя просто под носом. Все это время они были здесь. Куча мечей делаю, эндерперл. Прячу. Где эндерглаза, кстати? Неужели я эндерглаз уже вставил? А вот, у меня три эндерперла, лол. Там как раз два эндермена. Если с каждого по эндерперлу падает, все. Я ачивку стопудово выполняю, ребятки. Но это все, это просто кайф, кайф, чуваки, это просто кайф. А этот эндермен на себе загрел, чтобы сюда портнулся. О, крипер взорвался, плохо, они сейчас вылезут же все. Надеюсь, крипер не убил эндермена, Я убил эндермена, нет! Так, дальше здесь что там? С эндермена выпал эндерглаз. Меня эндермен убивает, но эндерглаз там лежит. Еще один эндермен здесь, Круто, эндермен есть. Там главное, чтобы эндерглаза не исчезли. Так, еще один эндерглаз. Мне остался всего один эндерглаз. Сделаем себе один каменный меч и идем. Здесь еще один эндермен. Это, кстати, круто. Я не знаю, смогу ли я его ударить. Надеюсь, что смогу. Снизу куча стрел, всего остального с меня упало. Левел просрал, к сожалению. Ну, насрать на левел. Сейчас главное забрать те эндерглаза, лук и все остальное. Все свои шмотки забираются. Нет, крипер! Эндерперл забрал. Все, валим. Насрать на все. Эндерперл забрал. Я в последнюю секунду забираю эндерперл и рыбу. Рыбу эндерперл забрал. Так, рыбу пока у себя оставляем. Хлеб взял. Хлеб, к сожалению, не взял. Боже, без еды остаюсь. Ничего страшного, дорогие друзья. 20 костей. Ну, можно будет сейчас еду, если что, вырастить. Кости сейчас тоже спрячу. Кости прячу. Эндерперл прячу. Блоки есть, кирки есть, мобы, все есть. Еда, яблоки не буду тратить. Это золото переплавил. Можно будет сделать золотые яблоки в поход на этого самого дракона. Гнилую плоть берем, как еду будем использовать в ближайшее время. Все. Надо бы, если честно, скрафтить еще факелочков. Факелочков, чтобы там их поставить, чтобы мобы больше не спавнились. Потому что мне мобы там больше не нужны. Эндермен где-то здесь еще есть на поверхности, на него насрать. Ну, я думаю, мы уже в этой серии 100% в энд пойдем, прямо 100-500. Главное, чтобы с последнего эндермена выпал эндерперл. Если он не последний, то, ну, надеюсь, что выпадет в любом случае эндерперл мне. Так, хорошо, осветил. Осветил эндермена, нужно сагрить. Эндермен, давай сюда. Оп, лучники убили этого. Хорошо. Лучник минус, лучник второй минус. Эндермен остался. Все, забираем весь свой лут. Лут. Тут еще один лучник, кстати, не вовремя. Лучника убиваю. Так, ставлю здесь факел. Тут еще эндермены, лучники. Лучники пока не стоит сюда идти, братаны. Так, эндермен, с тобой надо разобраться. Давай иди сюда, мой сладкий. Такой гнилый плоть съем, пока надо зарегениться, то я боюсь. Все, начинаю просто его рыбы бить. Просто рыбы начинаю бить эндермена. Давай, эндерперл. Есть, все, отлично, я собрал все эндерперлы, дорогие друзья. Это реально поистину круто. Ох ты, нифига себе, эндермен меня избьет. Ну давай, эндермен. Ты что, там бессмертен, что ли? Еще два эндерперла выпало. Круто. Не, ну все, теперь у меня точно всего хватает. Нужно сейчас сделать себе лестницу. Все, рыбу пока оставляем, ребятки, с вами. Теперь у меня с кучей эндерперлов. Это хорошая новость. Этого точно хватит, чтобы сделать все, что я запланировал. Это прямо вообще кайф, вообще супер. Ну все, сегодня идем в энд, дорогие друзья. Сегодня точно идем в энд. Ну, конечно, придется убивать эндердракона. Так, с порошок где? Порошок. Вот. 5 глаз сделаем. Ну, можно 2 оставить на всякий случай. 5 глаз. Не будем это потратить. Так, закинем на рыбу. И гнилую можно оставить. Гнилая плоть. Лол, эндермен попался, смотрите, с блоком в эту лодку. Все, спускаемся вниз. Сейчас мы поставим наше око энда в портал. Сделаем портал, получим ачивку. Зайдем в энд, попробуем убить дракона прям так хотя бы. Ну, хотя бы поломать его кристаллы частично, да. Пожертвовать этой жизнью, скажем так. Ничего страшного. Эта жизнь сейчас не сильно мне важна, скажем так, да. То есть я просто хочу разведывать всю ситуацию. Так, ну и активировать портал. Самое главное сейчас активировать портал. Хорошо, блин, как у нас все хорошо получилось, дорогие друзья.
Я сам даже не ожидал, что там все будет хорошо. Прям прекраснейший, прекраснейший. Сюда, 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 сюда и сюда. Так, ведьма какая-то там появилась. Тут конец. Смотрите, сразу же пробегаем сюда. Эндер-драконам говорят. Какие-то подъемы уже сделаны. Лол, тут уже сделаны подъемы. Эндерменов не так много. Меня отравили, конечно. Эндер-дракон уже летает. Я могу здесь по энду, в принципе, подниматься прямо наверх, найти к этим кристаллам. Круто. Мне кажется, сейчас дракон просто смахнет этим один раз, и все, я сразу умру. Потому что я под ядом, у меня всего лишь один раз задеть, и все, я труп. Так, где ты там, эндер-дракон? Надеюсь, то, что ты дашь мне. А, я не могу ломать эту штуку, каменный кирку. А. Ну, ладно, сделаем так. Ну, меня ведьма отравила, тварь, ведьма отравила. А так я сейчас могу просто бегать и просто взрывать эти кристаллы, раз с ними есть подходы, да? Блин, это круто, это очень удобно. Сейчас, наверное, так и сделаем. Просто рукой могу их ломать и выживать. Главное, вот ведьма поганая отравила, вообще не вовремя. Ведьма, тварь, еще лучники какие-то стреляют, скиды. Нужно до портала в энд просто сделать такой туннель вниз, туда падать туда и сразу же улетать в энд. Мне кажется, неплохой варик, наверное, сейчас так и сделаю, кстати. Ведьма, отвали от меня. Я хочу вент, все, я в энде. Чтобы сразу же вниз прыгать, вент, ломать кристаллы, а потом уже убивать дракона. Ну, типа, сейчас мне смысл убивать, типа, дракона... Нет, наверное, да, хотя конец. Если сейчас сдохну, я пойду этот, получу ачивку. Так к этому я не залезу. Я могу здесь наверх забрать свои вещи, но пока давайте залезем везде, где есть эти подъемчики, подъемчики. Кстати, не знал, что эти подъемчики вообще. Зачем, видимо, создатели карты сделали, чтобы мне было легче. Потому что я и так без шмота буду убивать дракона. Но все равно не знаю зачем, я бы и без этого, думаю, справился. Но все равно, ладно, ладно, спасибо. Респект в любом случае разрабам карты, что они так постарались. Или напишите в комментариях, может в 1.11 версии воды нет для ватердропа. Ладно. Ладно, хорошо. Во-первых, посмотрим, что тут с сундуком. Давайте посмотрим на сундук. Там сундук какой-то у нас открылся. Что в нем? В сундуке золотая конская броня. Нарост из Незера. Нарост из Незера, это получается... А, ну зельки я уже сделал, да? Побывать во всех биомах. Может выйти за границу и пробежаться по биомам? Ну, я типа не знаю, можно ли так. Хорошо. Убить Энда. Смертельный удар. Это понятно, как сделать, в принципе. Убить Эндер-дракона. Ну что, дорогие друзья, да? Это мы с вами сделали с эндерменами. Ладно, давайте спустимся. Спустимся вниз, разберемся, попробуем поломать кристаллы. А в следующей серии уже, наверное, убьем эндер-дракона, я не знаю. А что мне еще остается? Блин, ну конечно, то, что вот это все так долго сейчас будет длиться на эндер-драконом. Был бы нормальный шмот. Я взял с собой ведро с водой, еды бы и нормально бы поломал бы эти кристаллы из лука там или как-нибудь еще. Но, видите, у меня всего этого нет. Я вообще лохич какой-то. Снова буду пытаться туда подняться. Так, эндер-дракон заходит на круг. Сейчас будет пытаться меня скинуть, поэтому нужно как можно быстрее лезть наверх. Так, все, я наверху, ломаю кристалл, остаюсь в живых, хорошо. Эндер-дракон там подпитывается своей адской энергией. Не знаю, чем он там подпитывается. На заправку присел. Сейчас будет стреляться своим этим говном, да, в меня. То есть, как бы, неприятная ситуация. Кстати, он сам по себе вроде не регенится, да, без кристаллов. Остальные кристаллы можно будет прийти просто из лука сломать, которые остались. Ну, тут вот эти вот вообще легко ломаются. Остальные тоже легко ломаются. Короче, кристаллы очень легко будет нам с вами сломать, ребятки. Так, ну а пока, пока подъем. Пока по этой лестнице наверх, к успеху. Кристаллы ломать, дракона убивать. Собака-дракон, а вот я говорю, сейчас за один заход буду ломать один кристалл. Ладно, давайте я попробую взять лук, он все равно будет там спавниться у нас с вами. Стрел взять, сломать все остальные кристаллы. Может быть, он туда регенится, перестанет. Так, хорошо, 40 стрел нам точно хватит. Можем, по идее, даже ломать кристаллы, которые там с этой штукой. Потому что в них есть дырки, если с правильного ракурса стрелять, можно их, в принципе, ломать. Те эндер-кристаллы, но на самом деле, главное сейчас сломать все эндер-кристаллы, которым нет построенных путей. Там вроде еще к двум построенные пути. Я их доломаю точно рукой. А вот все остальные хотелось бы, конечно, так сломать. Так, ведьма, иди нахрен. Так, смотрим сюда. Стреляем. Один сломали. Только я не понял, почему не сломался. Еще один сломали, хорошо. Так, здесь я сломал, здесь сломал. Вот на этих трех я еще не сломал. Так, хорошо. 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 Хорошо, осталось только один сломать, я так понимаю, да? Да, остался только один эндер-кристалл, который на этой штучке, и еще один вот на той, да? Она высоко, тварь. Хорошо, сделаем по-другому. Сейчас, ой-ой, дракон меня капец как оттолкнул, еще эндер, кажется, мне согрелся. Ладно, попробуем здесь подняться, выстрелить в ту штуку рукой, потом сломать кристалл тоже рукой. Но у меня типа выбора нет сейчас. Я посмотрю, есть ли еще другие кристаллы. Нет, других кристаллов точно нет. Эндер идет на поворот. А, все, он садится. Хорошо, сейчас будет плеваться. У меня есть время. У меня есть время, пока он там сел, плеваться сейчас будет. Ко мне он точно сейчас не летит, отлично. Что, я перестал его слышать? Да, он где-то рядом, он где-то рядом. Главное эту штуку сломать. Теперь эту штуку сломать. Хорошо, я выжил, отлично. Есть ли еще кристаллы? Кристаллов больше нет. Все, он стоит на заправку. По нему можно стрелять из лука сейчас. А я вам сейчас не коцаю. Да, он от него сейчас стрелял, для этого нужно именно в ближнем бою бить. Ну все, эндер-дракон, ты проиграл, ты проиграл.
Собака убил меня. Так, все, теперь мне нужны мечи. Давайте пока возьмем один меч. Можно даже, в принципе, сейчас пойти его завалить, чтобы получить еще одну ачивку сразу же. Пробовать его сейчас завалить. Ну, хотя, конечно, за раз его не завалю. Но у него хп же не хилится. Поэтому все в порядке. Можно и без шмота было бы его завалить, и без смертей даже. Просто взять с собой ведро воды, золотых яблок накрафтить. Я думаю, я бы смог это сделать, но я решил не заморачиваться, не париться. Ну, ничего такого, в принципе, не делать. Просто походить, поубивать его все равно на моменте вантажа, я все это могу вырезать, чтобы это выглядело не так колхозно, да? Хорошо, эндердракон у нас с вами захилен на фул. Сейчас он там садит на заправку, мы побьем его мечом. Пока что идем с вами за луком, который у нас вот там снизу должен лежать. Эндердракон, что-то на заправку будешь садиться? Стрелы здесь. Лук, если что, сделаю. Все, пойду сейчас к эндердракону, он сел на заправку. Буду его по спине бить. Эндердракон пытается бить эндердракона, лол. Нет, он меня убивает, еще и эндер с собой убирает. Да ё-моё. Так, есть ли у меня еще один лук? Вот в чем вопрос. У меня лука еще нет, это плохо, кстати. Брони тоже никакого у меня не осталось. Сраный эндер, как же тебя убивать? Лук там сверху остался. Ладно, давайте за луком сходим, будем стрелять по нему из лука, бить его мечом, пока он на заправке. В принципе, все стандартно. Главное, чтобы не агрелись эндермены. Но забрать, конечно, лук будет сложно, потому что, ну, вы сами понимаете, эндер-дракон. Там 40 стрел, кстати, если я попаду в 7 с фул натяжкой, то пол хп, наверное, ему сбрею. Ну, не всеми хотя бы, но я думаю, все. Я точно не попаду. Где-то я промажу половиной. Так что куда-то часть хп я ему точно сбрею. Так, залетаем. Сначала бежим за луком, так как мы это уже с вами распланировали. А он же регенится, да, получается? Каждый раз. Это я должен его за раз убить, лол. Ну это капец сложно. Он пока садится на заправку, регенится, да? Или я где-то еще кристалл один просрал? Или нет, это все кристаллы уничтожил вроде как. Хорошо. Эндер дракон на заправке сидит. Давайте сделаем туда эндер перл. Немного закоцает этот нас. О, эндербен, ты куда сагрился? Ну все, ладно, лук хотя бы. Короче, ребят, эндердракона убью уже в следующий раз. Лошара это, лошара. Вот, заберу все свои вещи, лук. Если что, скрафчу новую. У меня вроде паутина где-то была одна, да? Мне нужно три, как минимум. Вот еще одна нить. И еще пять нитей. То есть лук новый скрафчу просто, короче. И стрелы можно будет там скелетов убивать. Скелетов очень много. Либо новые скрафтить уже, я не знаю. Хлеб все сделаю, золотые яблоки. Буду убивать этого сраного эндердракона. Короче, дорогие друзья, на этом, в принципе, моя серия подходит к концу. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. На этом с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.